Встречайте под бурные аплодисменты выпускников 2018 года и их классного руководителя Тишковскую Екатерину Николаевну. При исполнении гимна России стоять смирно. Честь нашей школы. Награждается ученик 11 класса Игнатюк Сергей за активное участие в общественной жизни школы. Награждается Французенко Сергей. За активное участие в общественной жизни школы награждается Абранович Даниил. Квашенко Анастасия. Ученица 9 класса Куртиш Юлия. За большой личный вклад в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Тюхинского района вручается Абрановичу Данилу Андреевичу. Золотухину Андрею Андреевичу. И уникальный человек в 11 классе, меня прям нагрузили и уже наградили. 4 благодарственных письма. Я сейчас за что, а потом скажу кто. За большой личный вклад территории реализации мероприятий молодежной политики на территории Тюхинского района. За большой творческий вклад в развитие культуры Тюхинского района. Выпускница молодежного театра «Перспектива». За большой личный вклад в развитие патриотического направления на территории Тюхинского района. За активную жизненную позицию в творческой проектной деятельности. Большой личный вклад в развитие военно-патриотического движения в Тюхинском районе. И это все Квашенко Анастасия.
Берите пример. Теперь перейдем непосредственно к знакам отличия ГТО. Молодец, начнем доча. Аж 4. Брандина Елизавета Юрьевна. Рахманова Карина Артемовна. Помаши маме, дочь. Года поздравляет их классный руководитель Тишковская Екатерина Николаевна. Пошлите.
Остаемся сегодня, как будто навек, за улыбкой ни грусти не пряча. Наше детство уходит, как тающий снег, и мы знаем, не будет иначе. Нам чайка махнет крылом, мы в будущее умрем. Исполнил и день похода, мы рамотой махнем. До свидания. Торжественный момент. Сейчас прозвенит последний звонок. Право дать последний звонок предоставляется ученику 11 класса Апрановичу Даниилу и ученице 1 класса Опсиковой Анастасии. Thank you.
над прошлым и настоящим, над всем, что сберег и не сберег. Звенит над детством твоим уходящим, веселый и грустный последний звонок. Дорогие выпускники, пусть этот последний для вас звонок остается в ваших сердцах доброй памятью о школе. Вы уходите с порога школьного, досмотрев свои детские сны. Больно, Господи, как же больно! Вот и все, мы расстаться должны. Жизни взрослых спешите навстречу. Стой мгновение, погоди. Впереди выпускной ваш вечер, детство ваше, увы, позади. Заметка является закрытой. Вынос российского флага стоит смирно. Флаг вынести. Школьный день я хочу обратиться к тем, кто больше всего переживал и болел за нас. Нашим самым лучшим, самым заботливым и самым терпеливым людям, нашим родителям. Мы признательны вам за все то, что вы вложили в нас и продолжаете вкладывать по сей день. За то, что поддерживали нас даже в самые сложные моменты нашей жизни и за то, что всегда, сколько бы лет нам ни было, вы относитесь к нам с такой нежностью, как будто мы до сих пор маленькие дети. Мы очень вас любим. Незримо следуют родители за нами, не в радости, и в час, когда пришла беда, они стремятся оградить нас от печали, но мы, увы, их понимаем не всегда. Вы нас простите, милые родные, у нас ведь кроме вас дороже нет людей. Как говорится, дети — радость в жизни, а вы для нас опора в ней. Сегодня от души дружный класс спасибо хочется мне всем сказать, ведь вы всегда воспитывали, учили позитив во всем искать. Дорогие родители наши, мы сегодня хотим вам сказать, что роднее вас, дороже и ближе, в целом мире нам не отыскать. Вы нам всегда нам во всем помогали, и бессонных не спали ночей,
нас учили, растили, лечили, окружали заботой своей. В этот день вместе с нами вы также наши чувства готовы делить. Провожаем мы школьные годы, нам о них никогда не забыть. Спасибо вам за все ваши старания, за то, что мы всегда в любви росли. Мы оправдаем ваши ожидания, чтоб гордиться нами вы смогли. Дорогие родители наши, вам поклон от всех нас до земли. А вы помните, как первоклашек вы с волнением в школу вели? Лет с тех пор пролетело немало, повзрослели мы быстро, и вот к рубежу школьной жизни упрямо время будто за руку ведет. Мамочка, школа окончена, и уроков учить не надо. Боже мой, сколько нервов испорчено. Как я рада, мамочка, а ты рада? Что ж ты плачешь, моя родная? Закусила губы упрямо. Улыбнись же, ведь школа окончена. Ну засмейся же, милая мама. 11 лет, я давно верю, что не криво, не прямо. 11 лет твоего терпения, страха, слез и сомнений, мама. Я же знаю, ты счастлива очень и любуешься, милой дочка. Чего же в глазах твоих осенью закрываешь лицо такой дочкой? Может, вспомнила меня маленькой, ощутила в руке ладошку, шептала цветочек аленький, не шили мы урока, крошка. Слушай, детка, учителя строго, не рисуй на своих тетрадках. И встречала меня у порога, содержала портфель в порядке. А теперь твоя выросла дочка, но бегут слезинки упрямо. Что ж, школа окончена, точка. Поздравляю тебя, мама. Это я, твоя дочка. Папа, посмотри, как я выросла. За плечами уже школа. Но к тебе за советом и помощью я как в детстве идти готова. Папа, посмотри, как я выросла. Вечерами спешу на свидание. Но по-прежнему только ты для меня самый-самый. Мама, посмотри, как я вырос. Я все реже с тобой бываю. Первые письма шлю девчонке, а тебе иногда забываю. Мама, посмотри, как я вырос. Я бываю резок и вспыльчив, но в душе я по-прежнему и раним, и очень обидчив. Мы бываем порой невнимательны, непростительно равнодушны. Независимость мы отставим и никак не хотим быть послушными. Но поверьте, все это бравада. Я для нас никого вас дороже. Мы вас любим, мы очень вас любим. И без вас ни минуты не можем. Пусть улыбка всегда вам сопутствует, пусть слеза не туманит то. Да, мы выросли, но по-прежнему вам мы верить во всем готовы. Вам спасибо, поклон вам низкий, за любовь, доброту и терпение. Да, мы выросли, мы вас любим, мы очень вас любим. Прожигоните сердце сомнения.